В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание пресечению таких нарушений правил дорожного движения, как переход проезжей части в неустановленном месте, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Эти мероприятия сотрудники дорожной полиции стали проводить чаще из-за неблагополучной статистики в области. В Полянской области зарегистрировано 306 наездов на пешеходов. Из них 38 погибло и 189 получили ранения. На территории Смоленского города Десногорска зарегистрировано 2 таких ДТП. 2 участника дорожного движения получили ранения. Снизить риск возникновения ДТП поможет выполнение простых правил, о которых должен помнить каждый. Пешеходам двигаться только по тротуарам или пешеходным дорожкам. А при их отсутствии по обочинам, при движении в темное время суток необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам. Тем более, что в Десногорске все пешеходные переходы оборудованы согласно ГОСТа. На территории города Десногорска все пешеходные переходы оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ. Имеются дорожные знаки 5-19, а также нанесена горизонтальная дорожная разметка. А водители транспортных средств обязаны, в свою очередь, уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемым пешеходным переходам. Непредоставление приоритета влечет наложение административного штрафа от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. ГИБДД напоминает, что в осеннее время необходимо быть особенно внимательными всем участникам дорожного движения.